Вы явно видели в разных сценах вертолеты, самолеты, мотоциклы. Значит, речь идет о том, как сделать такой вот объект, которого нет вот здесь. И с ним взаимодействует персонаж. Я рассмотрю ее на примере вот этой моей сцены. Здесь я замоделировал вот такого вот имитацию, скажем, лошади. Отправляемся в мир создания персонажей. Выбираем вот этот вот стандарт Prompter Actor. Здесь открываются вот такие вот шарики и ролики, где нам нужно будет выделить шарик, то есть объект массы, и нажать кнопку I Import. Здесь я импортирую, значит, созданную в Maxi модель. Ну, если можно так назвать, коня. Ну, мне здесь и не нужны, в общем-то, ни ноги, ни голова. Мне нужно только место, где сидит человек и где он держится за шею. Обязательно импортировать при выделенном масс-объекте. Вот. После этого я сохраняю этот персонаж. Save Character S. Как конь. Открываю новую сцену и тут же его вставляю в сцену. Это я делаю для того, чтобы посмотреть, насколько он, вот этот ОБЖ-объект, соответствует размеру моего человека, если он, например, будет на нем сидеть. Сейчас он соответствует нормально, потому что я его подогнал, но вначале он не соответствовал. Мне нужно было, во-первых, повернуть, во-вторых, сделать больше. В общем, я в максе его довел до нужного нормального размера, и в конце концов, когда он меня уже удовлетворил, я начал работать дальше с этим характером. Итак, что мы здесь делаем? Прежде всего, вот этот объект массы, его нужно выдвинуть в сторону. Это мне пригодится для того, чтобы анимировать легче. То есть я анимацию самого объекта коня, вот этого его скач, делаю путем выставления ключей вот этому именно объекту шарику. И когда он находится внутри, до него просто невозможно добраться, потому что он обложен коллиженами. Поэтому я шарик сосредотачиваю где-нибудь вдали, а все остальное делаю вот здесь. Значит, при выделенном объекте массы я начинаю создавать коллижен объекты, которые должны заполнить вот это пространство ОБЖ объекта. Выделяем объект массы, создаем следующий. И так дальше. Постепенно заполняем пространство этого ОБЖ объекта. Нажимаем Ctrl-S. И в результате получаем наш характер, который будет работать в сцене и взаимодействовать с другими объектами.